Слышь, папаша, смотрю, жизнь тебя вообще ничему не учит. Не зря тебя все бросили, так и помрешь в одиночестве. Оль, что случилось? Тебе ясно было сказано не заходить в мою комнату. Какого черта ты там делал? Дерьмо твое разгребал, шманит на всю квартиру. Шманит жизнь твоя, даже мать родная тебя бросила, потому что ты не стоишь ни гроша. Потому что с соседкой проще общаться, чем с тобой. Ты вообще слышишь, о чем я говорю? Алло, прием, меня слышно? Знаешь что, Оленька, да пошла-ка ты. Ну-ка, иди сюда, я тебе сейчас устрою. Открыла быстро дверь, я тебе сказал. Нет, пап, не открою. Я тебе последний раз повторяю, открывай двери. Не открою, твоя комната. Ну все, это была последняя капля. И что ты делаешь? Узнаешь. Оля, я тебя предупреждал. Оля, я тебя предупреждал, это была последняя капля. Ну-ка, иди сюда. Я тебе сейчас такое устрою. Иди сюда.